Всем привет! Очередная рыбалка на реке Березина. Сегодня 4 июля. Немного похолодало, плюс 19. Сильный порывистый ветер. Порывы до 20 метров в секунду. Но, несмотря на это, рассчитываю на отличный клев. Вода должна была немного похолодать. И есть расчет на то, что щука стала активной сегодня. И, надеюсь, будет кушать воблеры, наконец-таки. А то ловля на вертушку уже немного надоела. В общем, со мной сегодня стандартный комплект. Это спиннинг Shimano X-Pride и катушка Shimano Scorpion XT1507. Ну что, будем приступать. Кунечек клюнул небольшой. Опять же на вертушку. Здесь такие места, вот как раз окуневые, поэтому решил сейчас немного половлю на вертушечку, потом уже поставлю что-нибудь потвичить. Есть! Да. Первого заброса на мистика схватила. На Косодака мистик 95. Она сразу промазала, я видел на поверхности. Пошел всплеск. Это второй с попытки схватила. Килограммчик. Ну да. Может даже 200 кило. Давайте взвесим щучку. Кило 480. Такая вот щука неплохая. На Косодака мистик. Есть. Косодака флеш. Опять окунь. Третий окунь. Ни одной щуки. На Косодака. Ребята, гляньте, как уровень воды упал. Я еще в прошлом году вот в тех кустах тягал на интру щук. А сейчас это просто берег. И вон там виднеется старый берег. Тут разница, наверное, метр по глубине выходит. В общем, ловлю я уже часов 5-6. Поклевок практически нету. Все стараюсь твичить. Сейчас поставил вертушку. По этой мели, наверное, потягаю. Тут глубина 10 сантиметров. Может, какая белая рыба будет сидеть. Проплыву еще вот вдоль этих кустов. Попробую. Ладно, буду продолжать ловить. Ёлки-палки. Окунёк и то сорвался.
Схватился. Может даже тот же самый. Потому что на следующий запрос прямо. На вертушку окунёк такой достаточно неплохой. Ветер, конечно, сегодня очень сильный. Сейчас проплываю участок, даже речи нет о том, чтобы на нем половить. Надеюсь, за поворотом там будет хоть немного поспокойнее. Максхват 128. Эх, шнурочек. Я даже сразу не понял, что произошло. По-моему, это даже первая щучка на Максхват вот в этом цвете. У меня суспендер. Шнурочек. С травой. Это флеш минул 110. Решил поставить классику. Есть. О, пачки, неплохая. Неплохая щучка. Это на Юкиасу. Схватила она возле травы. Это Юкиаса Life Roller 105F. Да, думал, что она чуть побольше. Ну такая под килограммчик. Килограммчик. Вода холодная, так они вообще резвые, эти щучки. На грамм 700, наверное. Тут такая вот затяжная мель, ну как мель, где-то около метра. И много-много травы на дне. Поэтому ничем таким более-менее глубоким и не половишь. Юкиаса идет где-то, наверное, сантиметров 30-40, ну, может максимум полметра. Вот она как раз подходит здесь для таких мест. Какая неплохая щучка была. Промазала. Наверное, из-за того, что травина нацепилась.
Надо сейчас как-то все-таки. Пошла уже куда-то. Ай-яй-яй. Я, кстати, еще одну щучку словил. К сожалению, забыл включить видео. Вот такая небольшая, на грамм 400, наверное, была. Но щучки такие бойкие. В принципе, что предыдущая, что эту, которая не попала на видео. Приятно половить таких. Сейчас уже 21:30. Ветер немного успокоился. Наконец-таки можно комфортно половить. Но, к сожалению, уже и толком не позволяет время. Сейчас доплыву, наверное, вот эту прямую еще половлю. А потом надо уже будет сворачиваться. Еще идти за автомобилем, который выше по течению стоит. Это еще можно накинуть минут 40, пока еще сверну лодку. В общем, наверное, приеду сегодня домой уже ближе к полуночи. И опять промазала. Ёлки-палки. Что-то под вечер они совсем кривоватые стали, эти щучки. Сейчас, может, доловлю. Может, там никуда не делось. Конечно, видела меня, испугалась именно. Самые лодки выскочили. Все, ребята, буду собираться. Еще тут собрать эти все приманочки. Сколько всего перепробовал сегодня. Это все разложить по коробкам займет время. Буду сворачиваться. В общем, понравилось мне сегодня гикиаса плавающая. Вот прямо под вечер, после 9 вечера, с 9 до 10, сколько поклевок на нее было. В принципе, две щуки словил. Пару ударов, пару промахов. В общем, не знаю, попал я в воблер или просто выход был. Чуть попозже спрошу у друга, как у него там клевало. Ладно, друзья, все. Надо собираться. Всем пока.